естественно, СВ сидел не там, где надо. Привет еще раз, мои хорошие. Смотрите, куда мы пришли. В самый огромнейший джами. Чуть отдыхаем, потому что неправильно дорогу выбрали. Таксист нас не там высадил. Сейчас будем снимать, показывать. Настолько оно огромнейшее, я вам передать не могу. Я просто в шоке, в восторге. Я сейчас буду снимать вам видео, мои хорошие. Боже, у меня слов нету, какой он огромнейший. Мои хорошие, это пипец. Смотрите, на этой стороне цветочки, скамеечки. Какая здесь красотища, мои хорошие. А на другой стороне, смотрите, все с мрамора. Сейчас будем гулять, чуть отдохнем. Смотрите, мы подошли чуть-чуть ближе. Какое оно огромное, как здесь все с мрамора, мои хорошие. А очень, смотрите, сверху сейчас будем ходить. Ступеньки такие, я вам передать не могу, я в шоке, вот я в восторге. Какая здесь красота, сейчас будем подниматься. Ой, я задышалась, смотрите, я вам буду кусочками показывать. Сколько здесь подъемов, офигеть. Мы выдрапались наверх, где-то здесь лифты есть. Смотрите, мои хорошие. Я задышалась, пока выдрапались наверх. Короче, мои хорошие, я в восторге. Смотрите, будем гулять, снимать. Это пипец, какое оно огромное. Скамеечки, мусорки, вот эта стена, вот этот пол, это все с мрамором. Сколько сюда денег грохнули? Представьте себе, мои хорошие. Его, этот мечеть, джами, не знаю, что это, фиг обойдешь. Я вам говорю, мы еще в середине даже не были. Смотрите, где подъемники. Мы не знали вообще, не той дорогой пошли, видите, вверх-вниз. Впервые, конечно. Смотрите, какой здесь пол, бетон, мрамор. Я в шоке, как они красиво вот это все сделали. Смотрите, какое огромное, это просто пипец. Со всех сторон какие заборы, ступеньки, просто пипец, все в цветах. Смотрите, какая красотища, как обделана вот это спереди. Я не знаю, спереди какой период. Здесь их много есть, мои хорошие. Смотрите, какая красота. Ну, сейчас зайдем. Смотрите, какие двери. Заходим. Боже, как красиво. Потолок. Внутрь заходим, мои хорошие. Я обалдею. Представьте себе, что здесь. Какая красота. Вау. Я 3 года здесь, я впервые. Смотрите, мои хорошие. Смотрите, колодец, как красиво сделали. Боже мой, колонны вот эти с мрамора. Это я передать не могу. Какое здесь все огромнейшее, как чистенько. Смотрите, мои хорошие, какое оно огромное. Я не знаю вообще, как это обойти все. Хотя бы чуточку обойти, мои хорошие. Я вам передать не могу, какая здесь красота, смотрите. Смотрите, мои хорошие, это просто пипец. Сколько труда, сейчас молятся у них намаз и денег.
А там ступеньки какие красивые. Вот там голубого цвета вверх. Что, какая красота здесь. Я увеличила. Ну, что это люстра, смотрите, какая. Сейчас я уберу, потому что не могу ее показать иначе. Смотрите, смотрите, ступеньки вверх, вниз. И прямо двери. Смотрите, бог знает, какая длина. Будем сейчас смотреть, что там. Здесь, смотрите, боже, как красиво люстра. Это представляю, когда все светится. Какая красота. Эти колонны, мои хорошие. Здесь столько людей, что не знаю, с какой стороны пойти снимать. Это ж... А, это балкончики, смотрите. Я вам так скажу, смотрите, как я прикрыта. Они такие выдают специально, я не знаю, как... А, оно на липучке. Видите, я не прикрылась полностью, потому что они так на меня смотрят со злостью такой, мои хорошие. Смотрите, они сейчас молятся, мои хорошие. Везде возле меня, сзади, спереди. Даже не знаю, куда ни пойди, везде люди есть. Смотрите, какая красота. Вот где у нас делают. Сейчас вам увеличу эту красоту. Смотрите, мои хорошие. Росписи какие просто чудо. Не могу громко говорить, быть теперь намаз делаю. Ой, не знаю, как получится. Очень высоко я полностью почти вылетел. Люстры какие, смотрите, три ряда огромнейшие. Пипец, видно ее или нет. Это, наверное, когда свет горит, очень красиво. Их маленьких много очень. Смотрите. Сейчас намаз у них как раз. Вот это да. Вот эти лестницы какая. Тоже вверх там. Чудо, слов нет. Смотрите, здесь красота неописуемая. Детки играют, люди молятся. То есть намаз делает. Колонны какие надо мной. А вот это деревянные перила. Смотрите, центральное дерево. Ковры я вам передать не могу. Смотрите, мягкие. Слов нет, как красиво. Мне так жарко в этих одеяниях. Я не знаю, как. Смотрите, все горю. Как они ходят. Я не знаю. Смотрите, какие ковры мягкие, пипец, мои хорошие. Боже, смотрите, как красиво здесь с этой стороны. Короче, а с этой стороны город Босфор. Ветер, иду я вниз. Смотрите, как красиво. Боже мой. Сказки. Смотрите, какая красотища. Там Босфор видно, город. С другой стороны, смотрите, сколько розочек. Конечно, они очень уже такие повявшие. Я не знаю, поливают их ли. Ну, уже конец августа. Ой, мои хорошие, я в восторге. А вот лифт прямо увидела только. Же знаешь, что где-то есть? Рекламу смотрела. Смотрите, как здесь сделано все. Как в сказке, мои хорошие. Вот это да. Какое из мрамора. Я думала, это для... А, это говорит... Тамам Бекле говорит, что ночью свет светится. Вот это все с мрамора, смотрите, сделали. Боже, как красиво. Смотрите, мои хорошие. Кемаль! Ади фото я пьет.
Вот это все ночью светится, вот эта красота. Смотрите красоту. Даже туда сверху не поднялись, а потому что я замучилась. Эти стены все зелени натуральной. И розы, смотрите, люди отдыхают. Смотрите, уходим. Как здесь классно. Ой, смотрите, какая красота. Короче, мы пришли в ресторан, голодные находились. Идем в ресторан что-то покушать. Смотрите, какая мы пришли в этот террасу. Красота, короче, я снимаю нагло. На такой высоте. Смотрите, мы пришли в ресторан, нам принесли пиццу. То есть мне пиццу. Без мяса, вообще без. Один сыр, грибы и так далее. И овощи. Кемалю принесли мясо, конечно, как обычно. Это я пиццу никогда не скушаю. Может быть, приятного нам аппетита. А сейчас мы вышли на террасу. Смотрите, как красиво, жарко. Это самое.